Ну. Почему не сюда, блядь, не пойдем? О, машина. Сейчас... Выходи, поднимай руки. Выходи. А подожди. Руки поднимай. О, Ира. Не Ира. То есть зомби, да? Ну, называется проверка на нелегал сейчас пройдет. Так как ты... Проверка на нелегал. Ты в форме вражеской нашей группировки, с которой мы воюем. А, и поэтому нужно грабить. Я тебя еще не грабил. Вообще-то уже. Это я. А, ну, но это не я грабил тебя. Броник интересует, могу, а как ты это обстать? Меня интересует твое... Как бы вот это все снаряжение. Это меня больше всего интересует. Какое именно? Ну вот, например, рюкзак Ира. Так Ира, это, как говорится, подарок. Его не трожь, это святое. Я проверка на нелегал. Я пытался найти нормальный рюкзак. Оставь мне рюкзак, сука. Так, квест изымается. А, оружие, смотрю, ты тоже скинул, да? Смотрю, у меня тайзер был. Мне калаша не было. Мне калаш, он там был, в этом, на посольстве. Я ехал сюда, чтобы взять кровь. Но видишь, все истекает. Все нелегально изымается. Это приказ что правительства. Что нелегально? Давай. Ленты, мешки! Ты долбоёб или как? Общаться будешь плохо, я тебя сейчас завалю здесь, понял? Я нормально с тобой общаюсь, просто у меня... А у тебя корги посмотрят, как ты общаешься со мной. Или как? А, потому что это все легально у меня. А для меня это нелегально. Но же равноправное государство. Легально. У меня это легально, значит, ты не можешь это забрать. Значит, это легально. А получается, что? И, как там эфрит и... Документ покажи. Ебать, по-моему, эфрит и пизда. На меня в воздухе стоит. Переверни фрит. Переверни фрит. Лучше не надо, он может взорваться. У меня то же самое слото снизу. Переверни фрит. Да ему ты уже не поможешь, смотри, он только это хуже становится. Ага. Сможешь починить, там двигатель выбило. Он у меня под землю упал. Ну что будем делать-то? Как будем с нелегальным вооружением из-за оскорбления. Ну хорошо, если меня сейчас так вот задержат копы. Будет считаться, что я нелегально или не будет? И у меня это есть даже в закупе. Это получается для меня легально. Сейчас будет проверка автомобиля еще. Ты устав мой читал? Так, прочитай приказ номер 130. Так, может тебе ключи дать, а? Я знаю ваших этих РМС-ов, знаешь, которые скрывали мою технику раза десятым только. А приезжают какие-нибудь вышки, скрывают с первого раза. Пожалуйста, нелегальное снаряжение, калаш. Не твой, да? Калаш? Какой калаш? Калаш может быть и мой, но я его не использую, заметь. А значит, он легальный. В суде будешь рассказывать? Давай, давай, суд устраиваю, давай. Я тебе потом как-нибудь пообщаюсь в другом месте, знаешь? Вот товарищем, который справа отсюда, около эфрита. Точнее, слева. Хуй, вот это такой странный.
Все нелегально изъято было. Точно все. Ну вот патроны еще. Ленту вернул, это первое. Знаешь почему? За такое общение я тебе сейчас пулю в бошку впущу, понял? Я тебе просто говорю то, что прочитай указ номер 130, и ты поймешь, что это все легально. У нас равноправное так. Государство. Я действую по закону, который применяет ко мне полиция, правильно? Тогда пару, смотри, я забираю вещи, кроме одного яблока. Ты туда кладешь пару, кладешь РПГ и взрываешься. А раз у нас равноправие. Потому что пара и РПГ, оно нелегальное. И фрит тоже нелегальная боевая техника, грубо говоря. А хотя хуй знает, я не знаю, я сказал или нет еще. Нет, я так не стала, я не понимаю, что такое. Повторюсь, вы меня намеренно врезали. Мы не врезались, это была остановка. Нет, вы конкретно в меня врезали, что одежда. Врезались вы. Дай ему одежду. Дай ему одежду, дай ему нечего одеть. Да, мне нравится. Ну, короче, я сейчас поеду половью ее, это вот тебе. Вот, вот это тебе и вот это. Там дальше сам. А вот это еще сделаем. Короче, мешочек на голову одень, чтобы его никто больше не видел. Все, удачи.